Разгружаемся. Привет, Рэй. Когда студентов вывозят на полевую практику, главное что? Главное не забыть студентов. Мы ни одного человека не забыли. Сейчас идет разгрузка студентов, их вещей и части преподавателей. После того, как лагерь будет установлен, мы пойдем знакомиться с окрестностями. И думаете, куда мы пойдем в первую очередь? Ну, конечно же, на Байкал. Вся прелесть заключается в том, что если приезжают к нам люди из других стран или городов, они хотят увидеть Байкал. И мы этот Байкал сейчас покажем. А вот теперь посмотрите, мы уже устанавливаем лагерь. Лагерь главное установить так, чтобы вас во время сильного ветра не снесло. И посмотрите, как грамотно немецкие студенты ставят свои палатки. А вот тут, смотрите, девушки помогают юноше поставить палатку. Это тоже важно. Когда наши девушки помогали нашим юношам поставить палатку? Да никогда. Всегда юноши помогают нашим девушкам поставить палатку. Итак, лагерь скоро будет установлен и начнется настоящая работа.